Versus Gul'dan. Ну, в то же время это какое-то существо оставляет. Это мне не надо сразу. Мне ничего не надо. Если это хендлок, то пойдет. Но в первую очередь мулиганим мы против именно Зуо. Сейчас Зуо расплодилось на механизмах. Я могу сделать монетку ПВШ, но может быть стоит оставить для Холи Новы? Не, давай сделаем. Ты же у меня довольно много двоек. Я хочу достать их. Повервервел. Ну ладно. Почему нет? Пас. Да, конечно, буду. Но нет, я их буду между днями модернизировать. То есть я посмотрю, что к чему. И там уже пойму. Так, стил. Больше сделать ничего не могу. Он на демонах, видимо, играет. Хули, у него есть Сифон Сол и Уит Калер. Ну, так. Тут такой вопрос. Что я хочу? Акинайку мне жалко отдавать, да? То есть, эта карта нормально разменивается с 1-3. Хотя я могу сделать так стил. И как бы... имба же. Если я достану еще демонов. А, я достану демонов, я думаю. Да, давай Окинайку. Далее будет слэдж баучер. Скорее всего. Все же это такой, скорее, более контроль варлок, нежели какой-то раш. И поэтому особо мне торопиться некуда. Ага. Окей. Окей, окей, окей. Feel my pain. Что я могу сделать? Могу так стил сделать, но это ерунда, это мне ничего не даст. Ну, даст мне возможность полечить что-то. Но не сказать, что это очень круто. Могу сделать слэш-баучера и просто закрыться, ну да, давай. На следующий ход у меня есть возможность сделать лайтбомб. Но я не уверен, что я хочу это делать сейчас. Посмотрим, что он достанет. Сайфон Сол? Наверное, Сайфон Сол. Шадоу Бул. Ладно. Это не очень серьезно. Я, в принципе, могу ее забрать. Да, я ее и заберу. А почему нет? Вряд ли у Варлока такого есть что-то еще, что мы... Ну, нет, яйца можно, это да. Но у меня есть другая еще девушка. А надо ли мне оно? Я могу просто запустить Холи Нову. Еще и карту взять. А Холи Нову у меня мало. Ну, то есть одна Холи Нова в колоде. Если тебя не напрягает, ты можешь всегда перейти на SK2 TV, и там намного меньше задержка. Под самим видео есть ссылка. В смысле там, если у тебя лагает. Да, и мальчик маленький.
Нет, забирать мне вот эту гадость мне нет смысла. Я все же сделаю поле новое. Да, хотя чем мне хули надо. Ну ладно, нет, я все равно не делаю. Ну все же какая-то комбинация. С четырьмя. 4-4 могу забрать. Ну тоже такое не очень здорово. Вот это могу забрать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай. Забрать Зараксуса попозже чуть-чуть. Ну да, ну здесь я, наверное, Сильван достану. Или хотя вот это тоже опасная штука. Солсифон. Какой-то хард ремувал. Ну, за здоровье свое особо не беспокоюсь. Заракс я могу забрать. Ну, давай. Right away. Давай Сильвана лучше. Кажется, она сейчас более крутая. В любом случае, как бы, там большая задержка в Твиче, и чат медленно приходит, и меня ты не сразу слышишь. Окей. Окей. Что я хочу? Лайтбомб. Если я сделаю лайтбомб, я уничтожаю... Ну, еще вот так вот ударю. Уничтожаю весь стол. Вот так ударю. И забираю Джараксуса. Я считаю, это довольно много. Нет, серьезно, круто. Давай я ее сначала полечу. Чтобы взять карту. По-моему, имба. Сайфон Сол мы довольно давно ожидали уже. Здесь будет 3-3. Может быть, так, стил. Ну, конечно, Линкмастеров мы не будем использовать. Или вперед так стил. Сколько у меня карт? 3, 3, 9. Много карт. Сделай так стил, будет ровно 10. Ну ладно, давай. Вот это я дрону. Ну ладно. Не фонтан. Скажем прямо, не фонтан. Shall bring victory. Это мне не надо, наверное, сразу. Но вот это, может быть, надо. Это паладин, паладин же медленный, как обычно. Ну, может быть, слышь, баучер мне нужен. Не, не нужен, я хочу какую-то тройку нормальную. Ну, ладно,
Верну слать баучеры, и то... на этом спасибо. Ого. Неожиданная штука. Давай так стил тогда сделаем. Смотрю, что у него есть. Right away. Ну ладно. Какой-то так. Put this apple on your head. Давай тебе отдадим. Ну, разменяешься на отрядин. Черт с ним. Нет, не хочет так меняться. Едьте. Саду Маднес. Ну, я могу 3-1 на 3-1 разменять, но это не очень-то здорово. На следующий ход могу зато сделать его, девочку и его. Да, я сделаю так. Я сделаю Shadow Madness. Просто остановить его такой раз. Возьмет карту, что не здорово. Слышь, баучера? Может быть лучше сейчас. Может быть. Ударит всем на свете, убьет. Останется один Йетти. Да и ладно, хрен с ним. Ну так он мне просто убьет девочку 2-1, она даже ну, как, никакой профит не принесет, только ему карту даст лишнюю. Давай слышь баучером. Так и так карту получил. Light Bomb. Не, Light Bomb не очень. Сейчас мне поможет. Ну давай. Пойдем подроем немножечко. Мне даже не прогнул. Моя задача его сейчас тупо остановить. Меня пугают эти 4-5-4-5. Как-то с ними разбираться проблематично. Ладно. Все в лицо? Ха. Подбафал мне ее немного. Здесь ничего страшного я не вижу, потому что я смогу это зачистить с помощью Light Bomb. Хотя. Your turn to bleed. Right away. Oh. Она что же умирает? Блин, я что-то я подумал, что он не умрет. Почему-то. Ну, глупый. Put your faith in the light. Да, с этим я никак не разберусь. Свинг мастер. Посмотрим, что есть. Defender Fargus.
Ну да, больше мне делать нечего. Ну, скорее всего, сейчас концентрейшн полетит, либо другое оружие, и он меня добивает. Что поделать? Well played. Я бы тоже, но только пыли нету и Валджина. И Валджина я немного хочу на другую колоду. Поэтому пока это все же более контроль колоды, я и вот это оставлю. Интересно. В принципе, можно вообще все оставить. Ага. На ход 4 комбинация. Либо как-то, не знаю, что-то придумаю. Все. Не, надеюсь, что-то на третий ход придет. Я тогда оставлю на ход 4 комбинации. Это совсем не то. Не, я не буду ее вытаскивать на первом ходу. Выша. Да, я сделаю девочку плюс повыша. Три монетка Нару. Следующий ход. Шреддер. Окей. Well played. Так сразу мне бьет в Блэк Мастера. О, неплохо ему прокнуло. Раз. На единицу еще лицом укусишь? А, ну да, конечно, на единицу, у тебя же это файл. Здорово, здорово. Ничего не скажешь. Давай заберу тебя, похилим. Right away. Балчер. Пока меня устраивает. Да, тень, которая всегда немного неприятна, но что делать? Стол у меня занят чем-то. Больше не надо. Майн-контрол я убрал. Мне Сильваны и Крошер, все. Здесь я просто слэш-баучер достану. То, что он разменивает 3-3 мне так, говорит о том, что у него, в принципе, не очень расовый колод. Что здорово для меня. То, что останется после этого, я могу всегда пейном, скорее всего, могу пейном забрать. Не знаю. Это могу пейном забрать, тоже здорово. Может быть, Холи новый. Пейн Холи новый, не могу. Кабал Садо Прист. Нет, я хочу что-то покруче, чем 2-2.
Пейн. Убить, убить, полечить. Так, стил. А, не хватит. Нет, единица. Сильвана. Сильвана Сайленс получит. Вообще не сомневаюсь в этом. Ну давай. Могу Пейном его забрать. Но зачем? Не вижу в этом смысла. Совершенно. Рагнарос какой-нибудь, нет? Ладно. В разы больше нету. Шреддеры тоже, да, ушли? Наверное, я Окинайку достану, просто его уберу. Да, давай. Вроде у меня стол занят, у него нету ничего. Меня это устраивает. Шреддер потенциально на следующий ход. Окей. Этого достаточно для... Деза. У меня Дез один. Важно это знать. Дез, такстил. Да, ладно, давай. Давай с такстила начну. А сколько у меня карт? 3, 9, да, пойдет. Он же не убил не этот. Ай, дурак дураком. Без комментариев. Я забыл, что он делает, короче. Я думал, он увеличивает тоже себе атаку. Я наделал такой глупый. Ну ладно. Ладно, ладно. Разменяется, я его кипер разыграл. Окей. Да, сейчас я просто себе откинул мега назад. Своим вот этим действием, дурацким. А как его по-другому надо было убивать? Надо было его на него забить, наверное. И просто достать Шреддера и не париться? Наверное, да. Вполне логично. Ну, Keeper of the Grow... Ну, наверное, мне, кстати, Silence больше даже цены ничего... Не-не-не, а у Кинайка последний. Дэмэдж. Ну, бывает. Бывают и тупки такие. Карты новые. Тоже от этого застрахован. Да давай я лучше вот так сделаю. Лицо? That belongs in a museum. Это меня не беспокоит. Свай. Шунтмастер.
Ну, к сожалению, Шинкмастер мне тоже не очень-то и крутой. Угу. Ну, я могу его использовать просто как уменьшение здоровья. Потому что я боюсь все же такого количества карт, с моей стороны. Я могу забить, ударить, и вот так забрать. У меня еще останется 4, а что я на 4 сделаю? Не знаю, что я буду делать на 4. Баучер. Не, не нравится. Я не знаю, я сделаю так. Я вроде как бы хочу как-то более безопасно сыграть, при этом вообще не безопасно нифига сыграл, потому что сейчас еще больше у него будет карт, еще больше опасности. Комбо Savage Roar. Привет, я. Ну, от комбо я, наверное, сейчас захоронюсь как-то. Ну, наверное, лучше даже окинуть. Могу забрать дерево, что вполне себе здорово. Да, у него будет 5, плюс 5, 7. 7 плюс 14, 21. Не хватает немножечко, но пойдет. Хотя, конечно, дерево это не то, что уж прям очень-очень хочется схватить. Другой ход. Толкинайка плюс хил, а делать-то больше и нечего, да? Ну ладно. Вот его я могу рекомбинатором сделать. И получу какую-то легендарку. Если сейчас не умру. Если он не умрет. Ну и ее могу рекомбинатором сделать. Тоже довольно серьезное существо, как правило, мы получим. Ну, лучше, чем 4-5. Вот. Да, за семерку мне вообще бы имба как-то пришла. Скорее всего. Просто ему правильно его разменять. Что по картам? 8-10. У меня 9 карт в руке. Ну да, с этим столом еще надо как-то разобраться. Свайп один он отдал. Второй свайп, ну, будет печален. Ну, что делать? Да, это он слишком какой-то нашу поддержку слишком сделал. Ее полечить, его убить. Всех хочу убрать. Его убить рекомбинатор. 2, 4, 6, 8. Да, давай. Obey. А, Хадим, могу просто вот его достать из слэш-баучера. Почему нет? Полечить себя. Давай сначала. Делаем. Ну, огород солидно. Well 21 хп это много. Самые такие, самая крутая карта у меня лейтовая, она у меня еще в руке. Который требует сайленса, и это требует сайленса.
время это так. Все, в лицо мне ударишь, в лицо мне ударишь. Ладно. Хотя, конечно, я хочу тут поставить таунт. Честно говоря, так. Да, давай. На столе у меня 6 плюс 10, да, плюс 2 еще 18. Металла не хватает. А тебя так разменять? Скорее всего. Да, давай. Огр я еще могу разочек переделать. Что тоже круто. Ну, время сдаваться, я думаю. А, и вот эта легендарка 5-7 не очень крутая, потому что... Сколько вот она у меня сидела в руках, я ей даже вытащить не буду особо. Anduin versus Gul'dan. Your soul shall be mine. The light shall bring victory. Хочу ли я девочку сразу доставать? Сынок мастера. Ну, может быть, один мне нужен. Может быть. Может быть. Да нет, это более лайтовые карты. Девочка мне не нужна. Я не знаю, что мне надо. Явно нет. Ну ладно. Хорошо. Ну, посмотрим, что за варлок. Сейчас, как назло, Зуа. Вот против Зуа нормально было бы то ставить. Ладно, здесь будет вот этот парень. Скорее всего, он убьет Дарк Бомбой либо Шандо Болтом. О, тогда не хочу этого парня, хочу так стил. Это хендлок. Это ясно, понятно. Комбинация против Twilight Drake уже в руках у меня есть. 100 мега круто. Четыре пять. Вотчера поставлю. Shields up. Ладно. Не очень круто, я, пожалуй, лучше сделаю ПВШ вместо Нару, потому что, ну, она убьет, она Нару, спокойно, мне это не нравится. Ну, теперь главное, чтобы вышел Twilight Drake, а не Mountain Giant. Вот с Mountain Giant мне будет, конечно, немного трудно сражаться. А, вообще, с гигантами, потому что один дес у меня. Серьезно? Серьезно? Dark Bomb, окей. Ну, наверное, так стил я сделаю. Ну, хотя можно и занять стол. Ну, так стил круче. Так стил, если я вытащу. Ну, значит, у нее нету гигантов в руке, если он так делает. Соответственно, есть высокая вероятность скоммунизить у него гиганта. Давай. Тоже этими ребятками придется. Ну ладно. Давай пас. Важно очень сову переделать, потому что чтобы Mortal Coil не добивал.
Ну, в любом случае будет сова плюс Mortal Coil. На то, наверное, скорее всего. Не брал, сидел там на четвертых, на третьих рангах. Я просто не люблю этот ранг. Потому что... Интересная, конечно, карта, чем он хочет стать сильнее. Ну, Твайлайт Дрейк, потому что что-то надо сделать. Да, и пас, наверное, все, хватит. Кстати, я могу с помощью Кабал Шадо Престова забирать Твайлайт Дрейка, что здорово. Очень много времени на легенду уходит. Как бы сейчас я стримлю еще, много играю, а до стримов я играл очень мало. Я там за неделю, за 4 дня арену мог сыграть. Играть ранг это вообще все. Тем более он ранг выбешивает. Когда на арене, ну можно что угодно может прийти. А на... В Констрактеде, когда ты там проигрываешь 4 раза подряд, вот, комбинация Savage Roar плюс этот, плюс Natural Forest, да, и все, всегда абсолютно, оно на 7-м ходу, как минимум, выходит, а иногда и раньше через Unreal, вот тогда это вообще дико бесит. Что я хочу здесь? Ну, у него нету койлов, потому что... Хотя, может, конечно, не прийти уже. Все же, наверное, две Кабал Шадо Прис... Ну, не знаю, может, понадобится. Такие вот у меня раздумья. Хорошо, мне не очень. Хорошо, мне не нравится. Давай койл обменяй, наверное. Достать пятерку. Давай. Еще один рекомбинатор. Давай, слышь, баучер достань. Ой, я могу еще ее сделать. На всякий. Не знаю, это, наверное, я глупо сделал, что ее, но все же, как бы, и существо на столе, что здорово. Такое опасное довольно. Сейчас он мне ее убьет. Да. Окей. Я заберу его. Мне достаточно, чтобы взять. Или могу вообще Shadow Madness забрать, убить его и... Да, я вот так сделаю лучше. Ну, не очень. Откровенно. 2-6 это такое. I see you. Может, у него вообще гигантов нет? Я вот о чем подумал. Такое возможно? Теоретически-то да. Что я хочу сделать сейчас? Но Кинайку я не хочу подставлять. Да, я, наверное, заберу всю же одну девочку. Let me change your mind. Разменяю. Time for a change. Может, его еще заново переделать? Да не хочется. На что-то я другое. А хотя на что? Ну, в принципе, один уже скомбинировался у меня с Shadow, Shadow Madness, да. И, по сути, больше-то мне особо и не надо ничего. Так что можно и переделать. Да, надо было переделать. Ну,
Я думаю, хули новое я сейчас запущу. Удар. Хули новое добить. Даже так добить. Хм. Excuse me. I got this. Давай от Hellfire все равно убирай. Ну, не хочу ничего будет доставать. Боюсь я его гигантов. Ну и да, и нет. Я же лицо могу лечить? Могу лечить. Давай, тогда я тебе пробью в лицо. Окей. Нет, все же он играет на этом же. Ну, я не сильно расстроен. Ну, ерунда. Да, просто его и Блэк Мастер, и можно как бы еще вот эту сделать. Но я думаю, я оставлю для того, чтобы его именно добить. Хотя, нужно ли мне это? Не очень нужно. Да, давай. Ну, заберет так заберет. Не заберет, опасная девочка очень. Сову, у него уже ушли все. Все же три, это не такой уж бешеный буст. My shield for Argus. Эх, не забрать мне его синг мастером. А, я хочу, могу его засалантить, сделать и забрать. Да, покатит. Покатит, покатит. Change your mind. Face the light. Вот это цель для превращения, это цель для превращения. Тут в первую очередь. Сейчас, конечно, Mortal Coil полетит мне. В эту мою цель. It's clobbering time. Второй ушел. Ну и ладно. Ну все, отлично тогда, я считаю. Вторая УЕ нету. Давай, потрогаем. Вот это похили, потому что Hellfire может быть. Да и тебя давай достану. Дракус нет. Вот лечь. Ну да, я все равно убивал. Anduin versus Garrosh. Victory or death.
Я не думаю, что это мне нужно сразу. Рекомбинатор. Да, я тоже это все оставлю на позже. Думаю, это контроль какой-нибудь. Клерку. Не, мне жалко. Пускай сидит пока в руке. Ты пас, я пас. Давай мне Акалита доставай, я им Пейнкин. Не, мне жалко девочку. Я рад такому стечению, кстати. Ну, следующий ход могу уже забрать Shadow Madness'ом. Кого-то превратить, так что... Опять же, смысла что-то делать сейчас нету. Ну, можно девочку достать просто как, чтобы ты вроде... Давай, атакуй мне ее. Сколько у меня карт? У меня 9, будет 10 карта. Да, я пас. У меня 8 карт. Серьезно? Ладно, я достану девочку. Хорошо, хорошо. Только успокойся. Так, стил не могу, потому что 10 карт. Is someone injured? Могу сейчас сделать так стил, но это чревато, что я не сделаю ничего. Ну его нафиг. Дезбайт. Ладно. И что же у тебя вообще там есть? Ты сидишь на шестой ход, только тупо дезбайт. Еще одной клеркой тебя накормить. Отдать монетку прямо сейчас. Ну, монетку я могу на следующий ход сделать. А, не могу. Шаттера никакого нету. Монетку прямо сейчас сделать и так стил. Вдруг что-то, что-то. 3. 10, да? Монетка 9. Блин, ну давай. Рак, бравл. Ну ладно, на тебе еще девочку. Что я теряю карту. Девочки мне в этом матчапе они слишком пользы не приносят. Ну, бравл карты не очень. Рак, конец небольшой. Окей. Окей, окей. Я могу сделать Шинкмастера и Пейном забрать. Мне кажется, это слабовато. Но, наверное, делать-то мне больше особо и нечего. Давай. Да, очень, конечно, у меня такие карты. Ладно, достану на следующий ход Шреддера. Пускай Шилд Слэм первый отдает. Let the pain speak to me. Окей.
to work. That's okay. Дать ему карт? Я могу просто забрать его. Могу его забрать. Но зачем мне его забирать? Забрать его и переделать во что-то. Могу его сделать. Могу хулинову. Да, давай вот экзекут получит. Да, хотелось бы чуть позже это сделать. Эх. Да ладно, черт с тобой. Получай экзекут. Надо как-то выбивать из него ремувала. Надо. Слэшбаучера. Ну, кстати, наверное, воины уже больше не играют слэшбаучеров. Из-за вот этой девочки. За шестерку. Которая... Нет, играют. О чем это говорит? О том, что я это сворую. Своровать. Переделать, ударить, захилить. Да, давай. Боюсь я Бравла. Вообще, да, немного боюсь. Ну, собственно, и шелслэм ему надо, и экзекут ему надо. Экзекут стоп-дек, окей. Мог бы, конечно, не жадничать и кинуть Light of Naru, но тогда Бравл меня бы слишком напрягал. Еще один экзекут. Окей. Нашел слэм. Кучу-кучу ремоулов он отдал. Что нормально. Есть ли у меня второй... Не, давай я лучше его сначала. Или рак. Рак ему нужен сразу как-то какой-то ответ. Но если он будет там манипулятор и БГХ, это будет печально очень. Да, я бы это боюсь этого. Вообще боюсь. Так, давай я не буду так делать. Я тебя лучше достану. Могу это рекомбинатором заново сделать. Нормально. Нужна мне эта жалкая сова? Вопрос. Мне кажется, нет. Очень лезь. Время рыгнулось. Потому что карта за 8 мне, ну... Очень большая вероятность, что принесет очень крутую карту. Блок номер 2. Let the pain speak to me. Back to work. Окей. Ищет карту. Armor. Made to fit. Explosive ship. What the? Окей. Просто пытаешься как можно больше существ, да, достать?
Давай я одну заберу. Let me change your mind. Уничтожу овцу. Полечу, пожалуй, Рагнароса. И все, больше ничего не буду делать. Могу его еще полечить. На полную, чтобы была тушка серьезная на столе. Ну да, давай. Ну то есть ему не сможет экзекут кинуть. Но если кинет экзекут, ну и ладно. Ничего, в принципе, такого страшного нету. Да, давай ставлю. Восемь 13 карт, у нее еще меньше. Бравл. Шан. Рак остался. My apologies. Ну, надо еще один ремонт. Давайте на это дело. Хорошо. Давай я такого же кину, наверное. На него повыша. Ну так, стил, да, пойдет. Окей. Это даже здорово, что попал в него. Очень здорово. Я не думаю, что у него есть два Браво. Black Knight. Окей. Урат. Окей. Я зачищу стол. О, Шинкмастер. Может быть, это лучше? Ну, мне кажется, это намного лучше, чем... Да, я просто заберу у него таунт и все. Let me change your mind. Топорик можно достать. Ну, хотя у него может быть, в принципе, этот. Как? Харрисон Джонс. Теоретически может. Да, я лучше оставлю топорик. Ну, тут уже не очень хорошо, что в него попал. Лучше мы на этом. Ну, у него должен быть еще один Фери Воракс. Гиддон, да, как мы знаем. Рагнарос должен быть. Значит, это... Три карты мы сказали. У него остается еще шесть. Ну, скорее всего, дополнительный Газбайт. Ну, это такое. Это, конечно, уже от отчаяния. Если он сейчас попадет мне Рагнаросом в Рагнароса, это будет отчаяние. Я же могу его как-то забрать? Могу забрать. Конечно, заберу. 3, 3, 2. Ну да. Гиддон круто, но не так уж, что прям очень ужасно. Ну давай. Даже, наверное, хотя могу удариться. Чем мне? Чем, почему не удариться? За таунт сяду. Ты не убивал вообще? Не, 5 урона. Да, я тебя убивал. Не, ну хотя нет, не убивал, потому что Рагнарос мог в него попасть. Так, все нормально.
Вот он, экзекут. Я могу забнее, это будет хард ремова. Не, он ее может убить. Не нравится. Давай я его лучше. Экзекутов у него больше нету. Поэтому нормально пойдет. А Шелслэм вроде еще как один остался. I bring life. Okay. ШВП. Ну, наверное, это время лайтбомба. Карт у него мало остается. Да, давай. Ладно. Вопрос, ну да, мне надо будет лечить его. Можно Сильвану еще достать. Но не, я, пожалуй, подожду. Вдруг какая-то неожиданность была. Типа второго Бравла. Так, скорее всего, я победил. Может, мне шел слэмом ударить по девочке. По сути, все, что можно. Первый раз. Читбол не пропустил бы вас из своей большой любви к контролю стола. В принципе, неплохо, признак. Я один сыграл.